Новгородский завод «Волна» приступил к серийному выпуску приборов «ЭЛОЗ-1». Ждут этот прибор во всех поликлиниках нашей страны. ЭЛОЗу-1 присвоен государственный знак качества. Инженер-конструктор завода «Волна» Людмила Павловна Белоножкина продолжает опекать свое детище, свое изобретение и сейчас, когда оно получило уже всемирное признание. Что же такое ЭЛОЗ? Электрообезболиватель зубной. Лечение зубов всегда неприятно, а новый прибор при помощи микротоков снимает боль почти полностью.